Демократии в Молдове нет. У нас нет, у нас нет, это ругательное слово. У нас демократического строя нет. У нас нет вообще демократии. У нас, господин Гуров сказал в начале передачи, более точное название демократии, я не буду его повторять, потому что оно грубовато звучит, но именно так она звучит, как он сказал перед передачей. Нет у нас демократии. Я вообще не верю в демократию. Я не верю в ту демократию, которая вообще существует в мире. Я не верю в демократию Соединенных Штатов Америки, которую она разбрасывает по всему миру бомбардировщиками, бомбами. Нет демократии, мы к вам прилетим. Нет там демократии, мы к вам прилетим. Я был в Югославии, люди жили прекрасно. Я был в Югославии, когда бомбили Югославию. Я видел фотографии. Ее разбомбили кто? НАТО. Я видел самое прекрасное государство в моем понимании. Каддафи, Ливия. Где люди жили гораздо лучше, чем во всей Европе с их демократией. Я видел сейчас демократию в Европе, где беженцы с Сирии оттуда приезжают туда и своим гражданам своей страны затыкают рот. Это уже не демократия. И я такую демократию хотел сказать, где я ее увидел.